Только что пришла трагическая новость об Антонове. Стало известно о госпитализации прославленного артиста Юрия Антонова. Певца положили на хирургический стол. Согласно некоторым данным, Юрий Антонов попал в одну из столичных больниц. У прославленного исполнителя проблемы с ногой. Артисту сделали операцию и перевели в общую палату. Состояние певца оценивается как удовлетворенное. Примечательно, что еще в конце прошлого года Юрий Антонов жаловался на здоровье. «У меня страшно болит колено, разрыв связок, проблемы с мениском. Врачи говорят, что нужно лежать в койке, но из-за уважения не могу не посещать некоторые события. Если сконцентрироваться на боли, она будет еще сильнее, поэтому я думаю о другом. И знаете, эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад было куда хуже», – откровенничал он журналистами.